Приветствую! С вами Альберт. Это шестой урок речевых стратегий. И я хочу поделиться с вами речевой стратегией, которой сам пользуюсь постоянно. Вы, наверное, знаете, что я веду курс стратегического мышления. Так вот, этой речевой стратегией я завершаю каждое занятие своего курса. И она звучит так. Подведение итогов или стратегия выявления пользы. Когда я завершаю занятие, я всегда спрашиваю каждого в группе, а что было для вас сегодня самым полезным? Что было для вас сегодня самым ценным? Что вы внедрите в свою жизнь благодаря сегодняшнему занятию? Эта стратегия крайне понятная, простая и рабочая. Например, проводите вы встречу. Ну, допустим, ведущий проводит встречу с молодоженами, и задача этой встречи – это создать пространство доверия к себе и закрыть сделку и получить предоплату. И он может задать вопрос после встречи. Дорогие Катя и Антон, для меня было очень важно ответить на ваши вопросы, рассказать вам о нюансах свадебного мероприятия изнутри. И скажите, что было для вас сегодня самым полезным? Это очень хитрый и сильно открытый вопрос. Он подразумевает, что что-то полезное сегодня было. Вопрос лишь в том, что именно. Вы можете добавить этот вопрос в переговоры, завершая встречу. Можете добавить этот вопрос во взаимодействие ваше с аудиторией, если вы ведете публичное выступление. Когда в завершении вы спрашиваете у зала, уважаемые, скажите, а что было для вас сегодня самое полезное, что вы считаете важным отметить? Хитрость и ценность этой речевой стратегии заключается в том, что каждый, проговаривая, что было полезно для него, закрепляет, а это важно с педагогической точки зрения, эту ценность и для других. И зачастую другие могут услышать из уст другого человека то, о чем они не подумали сами раньше. Итак, речевая стратегия номер 6. Выявление пользы. Стратегия выявления пользы и ценности для собеседника. Звучит она так. Что было для вас самым полезным? Я хочу использовать эту речевую стратегию сейчас с вами. Оглядываясь назад на эти 6 уроков и на вводный урок, где я рассказал о том, что люди живут не в реальном мире, а в мире своих представлений о реальном мире. И эти представления конструируются на базе слов. Скажите, что было для вас самым полезным? Что вы внедрите в свою жизнь? И поразмышляйте, я сейчас добавляю стратегию эффекта, как в дальнейшем это отразится на вашей жизни? Какие выгоды вы для себя начнете извлекать из мира вокруг вас благодаря этим нюансам речевого характера? Итак, речевая стратегия номер 6. Выявление пользы. Звучит так. Вы задаете открытый вопрос аудитории или собеседнику, или там партнеру после переговоров. Что было для вас сегодня в ходе этой встречи самым ценным и полезным? Мне очень важно это услышать. Вот такая вот речевая стратегия. Благодарю вас за внимание. Встретимся в 7-м уроке. Пока!